Снова здравствуйте. Достаточно мало предметов, потому что это не совсем распаковка, это обзор. Да, то есть вот эти вот два предмета, их надо просто экстренно открыть, потому что ну, их катастрофически у меня не хватает, нужно передать заказчикам. Так, а теперь долгожданная посылка. Значит, простенько достаточно все это дело выглядит. Заявляется как телефон стоимостью $45. То есть шанс то, что это будет где-то украдено, да, ну достаточно велик. Как-то совсем все простенько. Один пузырик даже прокололся. Вот он. Вот он, виновник моего обзора. Именно о нем мы сейчас поговорим. Шучу, нет, конечно. Мы поговорим о Xiaomi Mi Max. Шикарно, шикарно все заявляется. Огромен, 6,44 диагональ. Аккумулятор под 5000 мАч. Камера 16 мегапикселей, да, то есть, ну, прям вот рожа, кожа. Шик с надрывом, сделан 7 месяц 2016 года. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. А серый у меня вообще заказывали или нет? Большой вопрос. Значит, в комплекте идет телефон, скрепка для открытия. Она нам сейчас пригодится. Адаптер. Двухамперник, судя по всему. И кабель. Ребят, если честно, что-то как-то тоскливо. Где там стеклышко, там пленочка защитная? То есть, ну, такие элементарные вроде как вещи, да, в особенности для дорогостоящего телефона, и тут бах, они отсутствуют. Не знаю я, как так можно. Значит, камера у нас прячется за вот этой наклеечкой, она защитная. Можно матом, не уходя в уголок подонка? Видно. Блин, вот немножко меня это расстраивает. Не знаю, как они умудрились так сделать. Ну да ладно, давайте для начала посмотрим сам телефон. Вот это у нас что такое? Судя по всему, это инфракрасный порт. Можно будет программу поставить, телевизор переключать. Ну, все стандартно, как для Xiaomi. Вот что мне у Xiaomi не нравится. То, что у них на выбор. Либо во втором слоте у вас будет карта памяти, либо у вас в нем будет сим-карта. Вторая, да? Ну, как-то вот... Ну, почему не сделать отдельный слот для карты памяти? Ну, умещается же это в других моделях телефона. Нет, здесь либо так, в принципе, можно там делать какие-то бутерброды. Кому это надо, вы и так знаете, как это сделать. Сейчас я выну свою сим-карту. Ну, а чего далеко ходить, да? Например, Lenovo Vibe, да, P1. Вот вам, пожалуйста, отдельно можно две сим-карты, да, вот вам отдельно можно карту памяти. Ну, чего здесь так не сделать? Нет, вот мы вот здесь так не сделаем. Все, сим-карту вставили. Пим, пи-би-би-пи-би-пим. Блин, ну реально он огромен, ребят. То есть, вот если мы сравниваем там с 5,5, который, в принципе, уже лопата, да, то есть, тут 6 с копейками. При всем при этом, ну, вы знаете... Прикольная тонкая лопата, то есть вот он прям вот по толщине все хорошо. Вот эта вот часть, все очень качественно сделано. Все сделано очень качественно. Вот есть люди, которые ругаются, говорят то, что зарядка снизу это плохо, но это логично, чтобы туда не затекало все это дело, если дождь на улице. Русский. Ну, тут Android MIUI 8. Может быть, не MIUI, может быть, я неправильно это называю. Как они четко понимают то, что человек на русском языке говорящий может быть где угодно. А зачастую
Очень интересный факт, да, обзоры делают обзорщики в основном с Украины. Обзорщики, вот кто пишет тексты к сайтам, да, то есть вот очень часто они именно с Украины. Ну, не буду я, наверное, комментировать, почему так происходит. Вот такой факт есть. Давайте клавиатуру Google оставим. Так. Да. Вот я специально под это дело составлял аккаунт Google. И вот бы мне его вспомнить. Пойду вспоминать. Вспомнил я свой специальный аккаунт под это дело. Ми-аккаунт. Ну, какая-то фишка сяомевская, да. То есть, ну, вот если вы там фанат Xiaomi, у вас наверняка это дело есть. У меня этого дела нет, поэтому это пропустим. Конечно, пропустить. Так, ну, давайте, наверное... Так, добавить отпечаток пальца. Нажал раз. Нажал два. Ну, по-разному можете прислонить же, правильно? Поэтому вы несколько раз нажимаете палец, который вы хотите. Ну, вы сразу можете выбрать, что вам нравится. Давайте по умолчанию оставим тему. Так, и раз уж мне разрешали делать на него обзор, мы снимем с него пленочку. Все-таки на что это похоже, а? Так, ну, фотографии, я подозреваю, мы сделаем с него попозже, для того, чтобы понять, насколько качественно он их делает. Так, что сделаем сейчас? Делаем сейчас мы следующее. Пойду и закачаю на него все, что необходимо для тестов. А перед тем, как я это буду закачивать, мы сделаем такую примитивную вещь, как... Где у тебя браузер? Wi-Fi мы отключаем. Остаемся на Билайне. Билайн Москва. 4G показывает. Давайте посмотрим, какая на самом деле скорость. Давайте еще раз. Что-то какие-то совсем ужасные характеристики показывает. Хотя исходящее вроде, ну, повеселее. Ну да ладно, давайте третий раз. Какая-то пляска непонятная. Ну вот исходящее очень статично. Пошел закачивать программу. Скоро вернемся. Итак, немножко потемнело уже. Зато я поближе с ним познакомился. Очень сильно понравилось. Вот послушайте. Зык. Это что сработало. Пук. Это открылось. То есть вот срабатывание сканера отпечатка мгновенное. Распознавание беспроблемное. То есть вот. Да, срабатывает быстро, распознает хорошо. Попробовал позвонить с него. Ну, представьте, когда вы пытаетесь там в правой руке держим, вот дотянуться до единицы, которая примерно здесь, тяжело. Ну, та же самая беда, если мы делаем левой. Как поступить в этой ситуации? На выбор. С центра в бок ведем управление одной рукой. Либо влево, либо вправо. Да, ну вот если мы правша, а у нас появляется какой вариант в настройках, мы можем выбрать. Либо экран будет 3,5 дюйма, ну, вообще без проблем все достается. 4 дюйма, чуть посложнее. И 4,5, ну опять же все достается. Очень удобная штука. Мы вышли, да, там из управления рукой, можно дотянуться куда угодно. Поэтому его размеры могут вас не смущать, при необходимости вы можете... Да, в любой момент. Я просто не стал убирать. Хотя давайте, наверное, уберем просто, да и все. Все, убрали. Бах. Бах. Надо позвонить. Бах. Большой. Не вопрос. Четверочку поставили. Надо позвонить. Бах. Набрал. Бум, обратно. Все удобно, классно. Поэтому его размеры в 6,2. О, извиняюсь, я чуть не вел в заблуждение. 6,44 дюйма. Блин,
у некоторых, наверное, планшеты меньшего размера. При всем при этом, что имеет? Да, Snapdragon 650 процессор, до 1,8 ГГц он может разгоняться, аккумулятор аж 4850 мАч, должно хватать надолго. Несмотря на это, да, ну, достаточно он тонкий, прям вот не вопрос, толщина хорошая. 3 гига оперативки, 32 встроенной памяти. А также, ну, как я уже говорил, да, можно, если вы пользуетесь одной флешкой, вместо второй вы можете поставить карту памяти microSD, да, микса, как вариант, до 128 гигабайт. Есть поддержка OTG. OTG – это классная вещь. На некоторых телефонах их можно использовать как пауэрбанки. Здесь не совсем уверен, но зато можно будет подсоединить там мышку там, или какие-то другие вещи. OTG – это классно. А расположение кнопок, ну, сами кнопки нажимаются очень даже приятно. Дважды вот так вот нажать, это у нас, наверное, камера, да, режим камеры включается. Но при всем при этом он остается запароленным. Да, либо отпечаток, либо введи графический ключ. Я поставил на графический ключ. Переходим к нашим баранам. Что я не понял? Не понял я следующую вещь. Мы берем, заходим в Play Market, да, например, и хотим скачать, скажем, DeepTrigger. Чуть я найти-то не могу. Оп! А он нам пишет, не поддерживается на вашем устройстве. Я не знаю, с чем это связано, к сожалению, да. Не могу сказать причины, почему так. Может быть, потому что муи. Да, если мы уберем двойку, значит, DeepTrigger на нее не ставится. Есть еще некоторые другие игры, которые тоже не ставятся, но к играм мы чуть позже вернемся. Давайте, наверное, начнем тест с мультитача. Вот тут чем-нибудь бы еще докоснуться-то, а? Я вот не знаю, может быть, даже больше, да, может быть, гораздо больше у него можно использовать. Ну, 10 как минимум он поддерживает. Пальцев 10, ну, особого смысла в большем количестве я не вижу. Перетянуть ногу, что ли? Ну, да и ладно. 10 поддерживает, больше не надо. Давайте посмотрим, что из себя представляет работа спутников. Что-то какая-то нездоровая ерунда, потому что 11 спутников видимости, 11 спутников он использует, при всем при этом он себя спозиционировать не может. Давайте посмотрим, почему. Кстати, тут можно обновиться до новой версии. А что тогда тебе не нравится? Я не понимаю, как вообще так возможно. Давайте к окошку поднесу. Не знаю, что произошло, пока там увидел кое-чего. Да, вот он отдуплился, начал работать. Кстати, углы обзора. Давайте потише свет сделаем. Я взял, да ярче сделал. Ой, сейчас 5 сек. Вот так вот. Бах. Смотрим в лоб. Вернись. По-моему, очень даже шикарные углы обзора. Мне нравится, во всяком случае. Вернемся назад. Что не могу понять. Обычно спутников видимости там много, хватает из них часть. Здесь 21 видимости, 21 используется. Как так происходит, я не знаю. Видит он все, видит хорошо. Точность позиционирования просто шикарная. GPS-тест, я думаю, пройден. Давайте посмотрим, что у нас есть еще. Давайте примитивно зайдем в Аиду. Итак, я не знаю, есть смысл мне что-то говорить, или вы просто почитаете?
Хитрые ребята, значит, поставили, получается, 4 ядра 1,4 ГГц и 2 ядра 1,8 ГГц. Хотя, в принципе, скорее всего, этого просто хватает, ну, абсолютно без проблем. Достаточно важный момент. 21%, температура 29,7, емкость 4850. Ну, что еще надо? Шестой Android. Зефирчик стоит от 5 числа 7 месяца. Root у нас отсутствует. Android ID у нас заштрихован. Опять тебе придется помучиться. Итак, ну давайте посмотрим. Камера, разрешение 15,9 мегапикселей. Шикардос, шикардос. Видео 8,8. То, блин, хорошие характеристики, очень хорошие характеристики, учитывая то, что этот фаблет стоит там где-то в пределах 12 тысяч, ну, очень даже. Передняя камера 5 мегапикселей, видео 2,1. Датчиков-то сколько температурных? Ужас просто. Ну, собственно говоря, датчики. Акселерометр, магнитометр. Магнитометр uncalibrated. Гироскоп. Гироскоп есть, да, он пляшет. Гироскоп uncalibrated. Ой. Я словей-то таких не знаю. Написали тут, наверное, матом. Я ругаюсь по незнанию. И, знаете, на футболках пишут. На некоторых. Так. Так, давайте тестить его дальше. Что мы хотим сначала? Голые цифры или игрушки? Кстати, вот выскажитесь, очень интересная вещь. Давайте, наверное, циферки для начала. Так, сейчас вот так вот поправим. Так вот уберем. И сделаем. Банджой! Ребят, кстати, вот что вот эти цифры дают? Да я вроде их делаю, да, там, ну, что-то вот они показывают. Там, например, ну, не надо. Не надо применять ничего. Значит, 4139 очков и FPC, ну, видимо, кадров в секунду, 59 и, видимо, 1 или 7. Сложно мне вот разобрать эту цифру, больше похоже на единицу. По-моему, хороший результат, но вот что вот именно он означает, вот прям вот был бы рад услышать от вас в комментариях. Так, и давайте-ка сделаем примерно то же самое, только в 3D-марке.
Ой, что-то там мне отдельно хочешь. Давайте, наверное, пока устанавливается приложение, сделаем следующее. Откроем Зайцев.нет. Я думаю, они не против, если я им такую рекламку сделаю. Включим все звуки на полную. Разберемся сами. И посмотрим, как звучит громкость. Ой. Так, ну что, попытаемся его окончательно разрядить тестами там прочей ерундой. Для чего это нужно? Для того, чтобы его зарядить, посмотреть, сколько влезет в аккумулятор. Или не делать этого. Пока не знаю. Так, давайте 3D Mark запустить. Ну, ребят, да, он тут, глядите, прям вот хвалит, говорит, это одно из самых мощных устройств, и все работает нормально. 189 пользователей рекомендуют Xiaomi Mi Max M7-8956. Вот вам данные мониторинга. Я, правда, не совсем понимаю, что они дают. Ну, как минимум, температура не сильно поднялась. Частота процессора. Может быть, вы в этом разбираетесь, посмотрите. Ну, такая вот NFC заявляется, что здесь есть. Ну, не могу я вам, к сожалению, это подтвердить или опровергнуть. На данный момент попробую его посмотреть. Экран Gorilla Glass 4, стеклышко. Так, ну что, попробовать в настройках, может быть, поискать его. Смотрите, есть второе пространство. Чудесная вещь для тех, кто что-то прячет от чужих. Не беспокоить. Великолепнейший. Вот просто вот великолепнее некуда. Ту-ту. Будем прогонять по 3D. Thank you.
Трали-вали-вали-трали. Это мы не проходили, то нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Тили-тили, трали-вали. Да мы не проходили, то нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. На самом деле, раньше как тут не обращал внимания, думал, ну, память и память тянет и тянет. Вот сейчас смотрю на эти вот бенчмарковские тесты. Такое ощущение, что вот глаза что открылись как-то, ну, совершенно иначе, абсолютно совершенно иначе. Не потупливает там, ну, таких вот вещей не происходит, да, вот берешь телефон с 3 гигами оперативки и прям вот очень-очень-очень-очень весело. Есть на самом деле за что платить денег, а учитывая достаточно невысокую стоимость, ну, по сравнению с нашими, естественно, ценами. У нас-то как бы это стоит, конечно, что-то как-то непонятно, да, вот тут прям вот безумно много получается вилка в цене. Понятное дело, конечно, там налоги, наценка, 5-10, ну, как-то не должно, по-моему, так быть. Ну, ребят, зеленым цветом светится, 79 581 попугай показывает и пишет «Amazing, record game and share to YouTube». Не знаю, вот если перейти, что это даст. Да ну тебя. Это не о нем. Это типа пойди скачай фигню, с помощью которой сможешь записывать, как у тебя игры идут. Но в любом случае, 79 581 попугай, где 3D. И RAM 7234. Да, это очень-очень-очень-очень хорошие результаты. Прям вот давайте. Что мы сделаем? Давайте игрушку запустим. Я уже говорил, то, что там некоторые игры не идут. Например, Dead Trigger 1 или 2 не поддерживается на этом устройстве. Зато вот такая вот игрушка, например, поддерживается. Commander, I'm voting we split up. Deal with this mess faster. The first tower's on top of this building. The second one's just a couple blocks down the road. Reckon you and Chow can take care of this tower here, while Wilcox and I take care of the second one? В итоге тянет без проблем, лагов никаких нету, игрушка супер. Давайте, не знаю, асфальт запустим. Да что ж такое-то. 2,5D стекло, это вот очень приятно. Вот что вот. Да не дождемся. Мы асфальт. Ну, я подозреваю, асфальт тянется хорошо. Хотя нет, наверное, давайте пойду, я все-таки его подкачаю. We'll be right back.
Ну, абсолютно без проблем тянет достаточно тяжелую игрушку. Давайте попрыгаем, посмотрим, насколько хорошо будет прыгать. Ну, опять же, без проблем играется. Что у нас еще есть? Давайте побегаем, Лара Крофт. Опять же, тянет, а абсолютно без проблем. Ну, тут проблем бы не возникли. Имеется в виду, насколько хорошо реагирует тач. Видите, прям цвет какой пошел. Видимо, чтобы меньше напрягать глаза. Ну, там, пожалуйста, компас. Меня вот это всегда удивляло. Как вот тут в телефоне компас может быть? QR-код, например, может прочитать. Чем здесь WeChat? Ты неправильно читаешь, что ли, или что? Ну, его в болото. В общем, есть возможность что-то проверять. Ну, да и ладно. За сим, наверное, этого будет достаточно. Итак. Давайте как резюме. Внешний вид телефона, как и все Xiaomi, ну, очень похож. А выбор цвета, ну, ограничен. Да, то есть, вот, проще сказать, ограничен. А в остальном, ну, за исключением то, что вот здесь попались, да, какие-то непонятные две точки, не могу понять их происхождение все-таки, да. Вот, в остальном телефон шикарен. Сканер срабатывает без проблем, быстро, толщина, да, то есть вот как, какое-то время мне казалось, что он слишком тонкий для своих размеров, да, вот это ощущение очень скоро исчезло, да, там в бампере он будет, ну, наверное, совсем хорошо выглядеть, вот, ну, из мелочей, которые мне не нравятся, это то, что вот либо флешка вторая, либо карта памяти, вот, вот за это вот небольшой минус поставить можно. В остальном, шикарный аппарат, если вас не смущают большие размеры, 6,44. Батарейка огромная, Gorilla Glass 4, это опять же хорошо. 2,5D стекло, хорошо. По характеристикам, по заявленным, все хорошо. Значит, что у нас остается? У нас остается сделать фотографию. Поделаю фотографию, вы посмотрите, и после этого уже я его отправлю в Беларусь. Из Республики Беларусь человек его заказывал. Из РФ Беларусь. Налогов нету.
безумных, хоть и достаточно дорогая отправка. В Казахстан перед этим ушел телефон, теперь он уходит в Беларусь. Это телефон по программе «Бесплатный посредник». Насчет, будет ли он регулярным товаром, который будет у меня находиться в наличии, ну, ребят, пока не скажу. Жду ваших комментариев к видео, либо на какие-то вопросы можете постучаться ко мне в группу ВКонтакте. Без проблем поговорим. За сим, думаю, все. Ну, фотографию сейчас, да, и можете зайти посмотреть по ссылке. Фотографии, исходники оригинала фотографии будут выложены на Яндекс.Диск. Вы сможете посмотреть, насколько хорошо он фотографии делает. За сим все. Всем всего. До скорых встреч.